Вітаю, шановні друзі! В ефірі програма «Міська рада на зв'язку». Я Катерина Тригубова і я рада вітати нашого гостя. Сьогодні це Платон Михайлович Семерей, адміністратор Центру надання адміністративних послуг Миколаївської міської ради. Вітаю вас в нашій Добрий студії. День. Говорити будемо про роботу центру. Також у нас в прямому ефірі працює прямий телефонний зв'язок, номер телефону 76 92 42. Будь ласка, звертайтеся, ставте свої запитання нашому гостю. Платоне Михайловичу, давайте почнемо з того, що ви розкажете про те, що ж таке адміністративні послуги. Так красиво звучить, але все ж таки є певний момент, який потрібно знати всім, хто збирається звертатися до вашого центру. Адміністративна послуга – це результат здійснення владних повноважень суб'єктом надання адміністративної послуги за заявою фізичної або юридичної особи, спрямований на набуття, зміну чи припинення прав або обов'язків. Це такий офіційний термін, так? А як це на практиці втілюється? От давайте так, я захотіла отримати якусь адміністративну послугу. На що я маю право, якщо я до вас прийду? Ви маєте право на все, що розрішено законом і прямо не запрещено. От я не знаю, що це, давайте. Центр алгоритм предоставления адміністративної услуги в центрі предоставления адміністративних услуг работает система електронної очереди в самом холле. Так. А находитесь вы у нас в здании горосполкома? Центр предоставления административных услуг Николаевского городского совета находится по адресу улица Адмиральская, 20, правое крыло городского исполкома. Вот. В холле Центра предоставления административных услуг находится терминал записи в электронную очередь. Путем пользования терминалом, нажатия на экран, посетитель выбирает нужную ему административную услугу. Выбрав ее, он получает талон в очереди. Следует обратить внимание в этом талоне на номер в очереди, время примерное ожидания и номер рабочего места администратора, кому его вызовут. Что входит в перечень услуг? В перечень услуг получение консультации, подача документов, либо получение уже готовых документов. Подача документов на что? На административную услугу. Какую именно? Вот сам перечень, да? Я хочу, допустим, открыть частное предприятие. Это к вам? Вы можете обратиться в Центр предоставления административных услуг на рабочие места 25-26, где работают регистраторы, регистрационные службы, где вы можете открыть, зарегистрировать юридическую фирму, получить консультацию, подать документы и получить уже регистрацию. Это один вид. Что еще? Регистрация права собственности, так, на недвижимое имущество, регистрация земельных участков, отведение земельных участков в право собственности безоплатно, передача земельных участков в аренду, получение дозволу на размещение зовнішньої реклами, оформление сервитута, получение вытяга с державного земельного кадастра. Самих услуг у нас насчитывается более 130, и они постоянно добавляются. Центры развиваются, административная услуга становится все более популярной, доступной и удобной гражданам. Получается, в принципе, такой широкий спектр деятельности. Если раньше для того, чтобы получить вот все, что вами перечисленное, плюс еще, да, раз их 130, еще больше, надо было ходить вот в отдельные учреждения, правильно? Вот если там по земле, это в управление земельных ресурсов, если по открытию ЧП, это вообще там надо было, наверное, пройти целую очередь, так сказать, этих учреждений. Сейчас все это можно у вас. Да? У вас какой принцип? Принцип единого окна? Вот в центре административных услуг реализованы принципы, как вы уже назвали, принцип единого окна, о том, что человек может обратиться в одно место, не посещая при этом десятки инстанций, подать
все необходимые ему административные услуги, и с каждым со временем постоянно список административных услуг расширяется для большего удобства для граждан. Принцип единого окна, принцип прозрачности, принцип доступности и принцип равенства. То есть каждый человек, физическое либо юридическое лицо, имеет право получить административную услугу в соответствии с законом. Сколько уже вы работаете по времени как центр? Центр был создан изначально в 2012 году. Угу. То есть уже, в принципе, третий год, да? За это время, вот что вы можете сказать, насколько это, ваша работа стала популярной, да, для людей, насколько вообще люди хотят пользоваться услугами центра, насколько им удобно ими пользоваться и какие отзывы? Количество людей постоянно увеличивается, количество услуг также. Вот. Качество очереди, если вы обратитесь в центр предоставления административных услуг, то как таковой очереди нет, так как руководством были привлечены специалисты, что уменьшает время предоставления и консультаций, и приема документов, также выдачи. То есть все организовано, все разложено по пунктам, по этапам, и человек, придя в центр, он сразу встречает, его сразу встречает несколько администраторов еще на ресепции. Возле самой электронной очереди, ну, если придет пожилой человек, ему сложно ее пользоваться, но при очереди постоянно находится человек, консультант, который проконсультирует, да, и первую помощь в оказании, в получении административной услуги, человек уже получает уже на самой ресепции, потому что ему помогают определиться, на какое направление ему взять очередь и пройти. Вот смотрите, вы сказали о том, что человек получает вот распечатанный билет, да, тут такую квитанцию, где написано время ожидания и так далее. Прием происходит в тот же день? То есть в течение время ожидания на одного человека в среднем отводится 15-20 минут. То бывает, есть сразу же попадает человек к специалисту. Да, то есть 2-3 человека в очереди. Кого-то могут там за 5 минут принять, проконсультировать, кого-то ситуация более серьезная, либо требует большего пакета документов. Все зависит от случая. Ну, не более 25 минут на человека, это в самом таком уже об'ємному случаї. Шановні друзі, хочу нагадати, що у нас є прямий телефонний зв'язок. Ви можете зателефонувати і просто зараз отримати консультацію від нашого гостя, якщо вам потрібно щось з'ясувати саме за нашою тематикою. Будь ласка, можливо, у вас вже виникли питання до нашого гостя. Скористайтеся нагодою і зателефонуйте нам до студії. Продовжуємо далі. І от, хорошо, якщо чоловіку, то есть йому посетителю вашему, да, достаточно прийти один раз, или же все-таки есть какие-то вопросы, которые требуют более внимательного изучения, может быть, более тщательной подготовки, и для этого клиенту нужно прийти во второй, в третий раз, допустим, может быть, какой-то пакет документов собирается долго. Ну, ситуации бывают разные, mm-hmm. бывает, что достаточно одного посещения человек получил эту услугу, и она безоплатная. Но есть услуги, которые предоставляются через органы исполнительной власти, а принимают их в центре органы местного массового управления и передают. Вот, когда идет речь о услугах, которые предоставляются через органы исполнительной власти, там оплачивается государственная пошлина, платы за различные платежи. Вот. И в этом случае человек первый раз обращается на консультацию, получает реквизиты, квитанции, необходимый пакет документов, то есть это копия, все же нужна копия паспорта, копия кода и сопутствующих документов, на которые он готовит для получения административной услуги. Когда к вам обращается человек для консультации, и вы видите, что в принципе это вот не входит вот в тот перечень пока из 130
наименований, что это вообще не ваша работа. Вы можете подсказать и перенаправить его. А если это, допустим, пожилой человек или человек с ограниченными возможностями, даже сопроводить его туда, куда ему нужно? В центре нет такой практики, если mm-hmm. этот вопрос не относится к моей компетенции, и я mm-hmm. человеку просто говорю «нет». Происходит поиск, где, каким органам предоставляется данная административная услуга. То есть вы кому в любом отправить, случае помогаете, да? Кому отправить. Угу. И как это сделать с минимальным количеством посещений. А как вы вот набираете сотрудников? Вот какими качествами надо обладать, потому что вот вы сказали, да, есть окно 24 и 25, то есть уже мы понимаем, что людей больше 20 человек работает. Кто это? Какими нужно обладать качествами? Как вы, допустим, пришли к этой работе? Что вас заинтересовало в ней? Мне очень нравится работа в органах местного самоуправления, в органах государственной службы. Я получал профессиональное образование юридическое и на данный момент продолжаю обучаться по направлению государственной службы. Происходит конкурс, люди с высшим образованием подают документы, проходят по конкурсу. Есть какие-то ситуации? Критерии? Это должен быть человек гуманитарий, да, с гуманитарным образованием, либо же с каким-то специальным образованием, допустим, техническим. Должно быть юридическим. Я прошу прощения. Угу. Должно быть высшее образование. Ну, это естественно. Вот. Да. И знание закона. Угу. Все-таки органы местного самоуправления приравниваются к органам государственной власти. Угу. То есть несовместимость, если человек является предпринимателем, либо имел непогашенные судимости и тому подобное и так далее. Если он проявляет, человек проходит конкурс, конкурсную комиссию, если он проявляет достаточное знание базовых законов, комиссия принимает решение принять человека, если есть работа. Если я проходил по переводу, то есть было необходимо кадровые специалисты в области регистрации вечных прав на недвижимое имущество. Я работал в регистрационной службе городского управления юстиции регистратором. В то время как была эта административная услуга, стала оказываться через центр предоставления административных услуг, то нас пригласили на должности администраторов, чтобы мы, меня и еще несколько специалистов, чтобы оказывать эти услуги профессионально, быстро, качественно, не создавая очереди. И услуга, какая ее цель? Чтобы она была качественная, быстрая, доступная. И вы понимаете, что если сюда собрать все административные услуги, но не создать необходимых условий, да, не то, будет, то, конечно, это будут очереди, это получится будет не то, чего мы хотим. Вам нравится ваша работа? Потому что это постоянное общение с людьми, нравится. С людьми разными, которые приходят с хорошим настроением, с позитивным, а есть такие, которые уже сразу же, да, недовольны чем-то. Может быть, у них плохое настроение, они уже как-то они априори уходят от нас все довольны. С хорошим, вот, прекрасно. Вам это нравится? Да. Замечательно. Продолжим дальше. Вот сколько примерно людей обращается, допустим, в день? В среднем в день от 200 до 400 человек. Это в среднем. Mm-hmm. Были дни, когда было от 600 до 800. А все ли услуги одинаково востребованы? Или есть все-таки такие, по которым обращаются больше всего? Больше всего, конечно же, есть более востребованные и те, по которым обращаются небольшое количество населения в связи с тем, что кто-то, вот, как мы говорили, предприниматели. То есть это уже более узкая сфера и стало быть, то из заинтересованных лиц получить такую услугу тоже окажется меньше. Сейчас активно идет процесс децентрализации власти, естественно, это касается и вашего центра, вот в какой мере касается это вашей работы? Правительством ведется ряд реформ, также хочу уже повторюсь, децентрализация, которая включает передачу
полномочий от исполнительной власти к органам местного самоуправления. Вот. Это касательно регистрации вечных прав на недвижимое имущество, регистрации юридических и физических лиц предпринимателей. Что хотелось бы сказать? Что законопроекты по передаче функций с установленными сроками по переходным положениям уже есть, и они приняты в первом чтении. Но уже сама картина будет ясна уже после того, как они пройдут второе чтение и будут подписаны президентом. Сроки предполагается, что до 1 декабря 2015 года исполнительным комитетом быть готовыми уже до исполнения этих функций, а уже исполнять эти функции, предоставлять административные услуги в этой сфере регистрации вечных прав на недвижимое имущество, регистрации юридических и физических лиц предпринимателей с 1 января 2016 года. Также до 1 декабря органам, территориальным органам юстиции необходимо передать все архивы. Но это только проект закона. И сама реформа, хочу отметить, она припала на момент проведения выборов. И если закон на данный момент второе чтение не прошел и не принят пока еще, он будет принят немного позднее, пока депутаты нового созыва соберутся, и у них остается очень мало времени принять необходимые решения, создание новой структуры, введение нового штата. Вот есть такие нюансы. Вот. Но мы ждем, вот, как это все будет. Когда... Ну, в принципе, вот ваши работы, это, ну, на вашу работу это не повлияет. Вы как предоставляли такую услугу, так и будете, да, сможете проконсультировать, сможете, конечно, перенаправить и рассказать. А сейчас очень популярно получение информации в электронном виде. Практически все население, от мала до велика, умеет пользоваться компьютером, хотя бы вот в таком пользовательском, да, отношении. Можно ли с вами связаться вот по электронной почте, допустим, или получить информацию на вашем сайте, или на, вообще существует ли сайт, где можно вас найти? Существует. И получение онлайн-услуги есть у нас? Сайт Николаевского городского совета. Да, сейчас будет на экране, да. На нем можно получить всю необходимую информацию. Вы видите адрес. Там ваш раздел есть, да, ваша страница? Административные услуги. Угу. Есть по услугам административным, есть информационные карточки, которые можно скачать и получить необходимый пакет информации касательно необходимой вам услуги. Но для этого получения четко надо знать, чего ты хочешь, да? Да, да. Угу. Вот. Обновление, то есть что-то новое в деятельности по законодательству там появляется регулярно? Регулярно, каждую неделю идет обновление раздела по центру надания админпослуг. А вот по земле есть такая, да, вот мы с вами говорили, услуга, которую можно получить, не выходя из дома. Да, сейчас можно в режиме онлайн заказать вытяг с Державного земельного кадастра. Через сайт Держгеокадастра. Да, тоже есть, появился уже на экране. Размещен, да? На экране. В разделе «Публичная кадастровая карта». Инструкция там также прилагается. Вот. Ссылку на данный ресурс также размещено на сайте Николаевского городского совета в разделе «Центр предоставления административных услуг». Там тоже есть инструкция и ссылка на этот сайт. До этого момента, когда эта услуга стала возможна в онлайне, за этот год было заказано 408 тысяч вытягов в бумажном варианте. Это люди отстояли очереди, они были привязаны к тем центрам, которые находятся на определенной территории. И нельзя было поехать в другой более развитый центр и заказать этот вытяг с Державного земельного кадастра. На сегодняшний день любой человек в любой точке мира может, пользуясь интернетом, заказать этот вытяг с Державного земельного кадастра в онлайне и указать
любой, который ему нравится, из 660 админцентров в Украине, где он хочет его забрать. Угу. Вот, прийти и получить. Всего через Николаевский центр городского совета заказано 5 уже таких. Ну, вот. То есть начинают пользоваться, пусть да. Это немного, но уже такие первые шаги сделаны. Центр не может существовать сам по себе, центр не может получать информацию из ниоткуда. Наверное, у вас есть партнеры, с кем вы сотрудничаете по получению информации, по обмену информацией. Мы сотрудничаем со всеми субъектами предоставления админпослуг. Угу. Это и органы местного самоуправления, такие как земельные ресурсы, управление архитектурой, и градостроительства, государственная власть исполнительная, то есть органы различные, со всеми мы сотрудничаем, от всех получаем информацию, все изменения в законодательстве отслеживаются как нами, так и всегда нас оповещают в первую очередь о том, чтобы во время оказания услуги она была актуальна и весь перечень требований был также соответствовал закону. Получение информации, получение обновлений происходит, когда уже к вам пришел человек, который заказывает определенный вид услуги. Либо же это происходит постоянно вне зависимости. Заказывается услуга, например, на этой неделе или в этот день, и обмен идет постоянный. Если произошло изменение в законодательстве, оно отслеживается нашими работниками, специалистами, и сразу же как только поступает новая информация, достоверно мы ее размещаем. К сожалению, наше время заканчивается в эфире, но у вас есть такая уникальная возможность обратиться к нашим телезрителям и сказать им о том, что почему надо к вам обращаться, почему это удобно, почему это нужно и почему это качественно. Пожалуйста, ваша камера. Дорогие телезрители, обращайтесь в Центр предоставления административных услуг Николаевского городского совета. Мы находимся по адресу улица Адмиральская, 20, правое крыло. Центр предоставления административных услуг – это просто, это понятно, это легко, это доступно и прозрачно. Вот. Мы всегда рады нашим посетителям и оказываем максимальное внимание и ценим ваше время. Спасибо вам большое, спасибо за то, что вы сегодня были в нашей студии. Приходите к нам еще с полезной и интересной информацией. Дякую вам, шановні телеглядачі, за те, що ви залишаєтесь з нами, за те, що ви були з нами в цей вечір. Залишайтеся з телеканалом Миколаїв, а ми будемо працювати для вас. Я прощаюся з вами до наступної зустрічі в ефірі.